квартира сучены, рукава засучены, готовы под ружье. Колонны перестроены, удвоены, утроены, штабные. Мужчина, как вас зовут? Меня? Да. Ну, вы понимаете, что вы чуть людей не убили? Ведете себя так плохо, вы нарушили правила дорожного движения. Вы выскочили на встречную полосу, на свой красный свет. Посмотрите на меня. Что вы там делаете? Нет, насрать. На меня посмотрите. Стойте. Иля, вот он. Да, мы не ждали зов трубы. Пошлите, разберемся в милицию. Чего вы боитесь? Если вы не виноваты, мы извините. Пошел нахуй. А мы не ждали перемен, и с веком шествуя не в ногу, но совершенствуя дорогу, благословляли свой удел. Да, мы не ждали перемен. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Не ожидал я перемен. Это 140. Поэтому там такой расход. Ну, повернулся так. У меня заснято. Вот мы, сука, и приплыли. Ёбаный таксист, блядь. Цепь пиздец. Короче, как едешь, там автосалон построили новый. На нахуй. Есть, блядь, контакт. Ой-ой-ой-ой. Да въебалась грация в шорика, ну, блядь. Причем, смотри, шорика ну, прям заебись. Попала. Так что так. Едет? Ё-моё, охренеть! Этот, как его?
кто виноват, Сереж? Ну ты ж поворачивай.